Привет, я несколько написал. Так, чисто демок. Несколько демок написал. Спасибо большое. Сейчас, может, включу. Ну, я чисто с Мака, не с компа. Меньше чем три. Спасибо, спасибо, Никит. Слышно? Хочу быть у всех на виду. Кажется, жизнь новый маршрут. Там не хочу, но я пройду. Слить, не важно, что было вчера, важно, вроде бы что нет, будет но мне завтра. так холодно. Все в пизду. Бля, ебать, у меня сердце бьется, это пиздец. Бля, даже говорить ничего не хочется. Точнее, ничего не может. Пустота в башке, вот и все. Бля, вот те, кто испытывали это чувство, могут понять. Короче, хочу пойти к проктологу. Помню, ты рассказывал, что тебе в жопу сували трубку. Сколько стоило, не помнишь? Мне в жопу свалили трубку, я еще за это платил. Просто пиздец. Вот если вдуматься, блядь, про это вообще пиздец. Блядь, что ты хотел сказать? Я забыл, нахуй. Круто, Да, едем, нахуй. кабро. Беру, нахуй. Сейчас. Спасибо большое, ребят. Спасибо за кусочек. Спасибо за вашу Это поддержку. Спасибо разъем. большое. Буду ждать выхода трека с нетерпением. Лёшка, привет. Когда планируешь одежду выпускать? Не знаю, у меня сейчас все жизнь. Кулёш, обняла. Спасибо. Не надо, пожалуйста, донатить. Спасибо вам большое. Крепись, братка, мы с тобой. Ну, думаю, типа никто ничего не знает. Типа я особо-то и ничего не скажу важного. Типа мы с Анькой Чувак, не просто расстраивайся, расстались. все Ну, наладится, все, я считаю, жизнь что мы расстались продолжается. без конфликтов. Без конфликта, просто. Как Ну здоровье? вот. Были трудности, которые, ну, очень долго решали и не смогли решить. Вот. В принципе, все. Это самое сложное, это когда ты расходишься, но при этом вы любите друг друга, но вы расходитесь. Потому что есть вещь, которая вас двоих ломает и которую не получается исправить. Это просто пизда. Я искренне надеюсь, что вы такое никогда не прочувствуете, особенно в медийке. Я искренне надеюсь, что вы такое никогда не прочувствуете, потому что когда ты расстаешься с человеком, хочется, знаешь, абстрагироваться, хочется просто везде отписаться, хочется, ну, несмотря на то, что ты любишь человека, ты хочешь просто не видеть больше, потому что так хотя бы легче будет. А я не могу не видеть. И сколько еще лет мне будут про это напоминать и так далее? Сколько отметок, просто пиздец. Просто заходишь в Инстаграм и все нахуй. У тебя вся лента в этих. В этих в любовных видео, блядь. Вы не представляете, насколько это тяжело. Это просто ужас. Но
не знаю, что будет у меня дальше в жизни. Я очень надеюсь, то, что у Аньки все будет очень хорошо. Я ее люблю и очень хочу, чтобы у нее все было хорошо в жизни. Несмотря на то, что я есть, ну, бля, типа, ты лучший. Это вот, все будет ок, ты это идешь вот на дефолт. Платину 29. Отвлекись. Да, наверное, пойду. Наверное, иду, да. Дефолтная такая тема, когда... Бля, не знаю, как объяснить, ладно, похуй. Я никогда не расходился на... Ну, типа, в добре я никогда не расходился. Я всегда после этого, после расставания были причины, чтобы просто, ну, ненавидеть человека. И когда ты, у тебя чувство ненависти, тебе намного легче. Это чувство, вот оно... Чувство ненависти помогает перекрыть чувство боли, вот этой вот жалости. А когда у тебя нет чувства ненависти, и ты, наоборот, только любишь человека, это просто пиздец. Это, ну, типа, это траур. Сука, как же человек так устроен, что он начинает ценить только тогда, когда потеряет. Блядь, ну это такие простые слова, но как же это работает? Бред. Ёбаный. Вот. Могу ничего даже, ну, типа, именно по-человечески хочется такое, знаете, обратиться, если бы все были адекватные, все были такие, там, милые, вот как сейчас. Хотелось бы обратиться, сказать, там, типа, ребят, не делайте то-то, то-то, пожалуйста, не, там, не отмечайте, не... Ну, типа, не напоминайте и так далее, но, блядь, я знаю, что так не работает. Это придется просто пережить, это вот такая вот минус медийности. Я настолько сейчас в тупике, что я не знаю, типа, меня это сейчас так сильно дамажит, потому что у меня такого давным-давно не было. Очень-очень сильно задамажило, и я не знаю, что делать в плане жизни дальше. Ну, вот это, знаете, ну, траур. Типа, с Аней Фреймдеймером, мы с ним вчера разговаривали, он говорит, что есть описание даже этого состояния, это не депрессия, это называется траур, это как потеря близкого человека, если кто-то из родственников умирает, или вот разрыв в отношениях, это вот траур, когда ты не можешь ничего сделать, ты просто зажат в себе, и тебе вот дико плохо, просто траур. И единственное, что помогает, это время, это правда. Ну, типа, вот так вспоминаешь, просто назад оглядываешься, ты понимаешь, что вот проходит сколько-то времени, и тебе уже прям, ты сам себе, сам ощущаешь, что тебе легче. Думая даже там о человеке, видя его где-то, тебе резко там адреналинчик ёбнет, когда ты увидишь там через месяц человека. И потом, типа, резко опять вниз. И так легче. Короче, время лечит. Что я хочу сказать. И, наверное, это даже не то, что нехорошо то, что мы разошлись. Наверное, отчасти надо везде видеть хорошее, и я не буду, типа, говорить о том, как это... Хотя я и так уже сказал, то, что в медийке это очень тяжело расставаться, но буду видеть везде хорошее, поэтому это, наоборот, хорошо, то, что сейчас это происходит на медийке, и вы все это видите, потому что у многих в жизни будут точно такие же ситуации или уже были, но у большинства, наверное, будут. И вы хотя бы на примере будете помнить. Вы потом через какое-то время сможете меня спрашивать, что с тобой было там и так далее. Пу-пу-пу. Я не знаю, как стримить сейчас дальше. Нельзя, наверное, раскрывать какие-то свои слабости, но, блядь, я такой человек, что я прямо всегда все говорю. И вот вчера пришел на стрим. Мы расстались 2 дня назад. Или 3 уже. 3, наверное. 3 дня назад. Пришел вчера к Ярику на стрим. На 20 минут походил. Начали в чате что-то писать про Аню. Все, я просто выпал, и я ушел со стрима. Сказал, что мне плохо, я пошел домой. Я не знаю, как, типа, дальше стримить. Ну, типа, не читая чат. Хуй знает. Ну, единственное, прям очень сильно отвлекает музыка.
просто пиздец. Я могу сутками сидеть в маке, блядь, и что-то делать. Что-то там напердеть что-то. Что тут еще? Что вам еще могу показать? Что еще вчера чуть-чуть сделал? Сколько бы не было слов, я знаю, что глаза не врут, не врут. Сколько бы не было слов, такую, как ты, уже не найду, нет. Заперты в комнате, я так ищу, чем мне вдохнуть полную грудь. Заперты в комнате, я так хочу написать тебе, но я боюсь. Надо подумать немного, боже, выбор жестокий. Почему Я думаю, может, в Уфу поехать на какое-то время. Осталось. Так было хуёво от того, что я больше не смогу поцеловать его и так далее. Ты настолько привыкаешь к человеку, что пиздец. Спасибо большое. Спасибо. Блять, ебануто завидую людям, которые не привыкают. Ебануто завидую людям, которые умеют оставаться холодными. А таким пусси-боем, как я, это, блядь, пиздец вообще. Бедолага, реально, блядь. Реально бедолага. Блядь, ну мне больше всего нравится вот последнее. Что-то я так залип музыку, пиздец вообще. Вот это мне так нравится. Ты могу дать мою комнату. Я не хочу быть у всех на виду. Кажется, в жизни новый маршрут. Так не хочу, но я пройду. Слышь, выйди из комнаты. Вроде бы лето. Когда в их треке, да я не знаю, ребята, вообще. Я вот не договорил, думаю, в Уфу поехать на несколько дней. Ну, и хуй знает, на какое-то время. Там есть люди, которые музыку делают, можно там чисто засесть, выпустить жизнь, засесть музончик. Но я не думаю, что это хорошая идея. Все-таки надо, мне кажется, переосилить себя и работать, потому что не всегда такое выпад из жизни помогает. А музыка, я заметил, наоборот, только хуже делает. Вот по ощущениям. Ты не выходишь из ну, типа, в таком состоянии, что-то веселое написать невозможно. И ты пишешь грустное. Из-за того, что ты пишешь грустное, ты просто настолько истощен. Хотя ты и так истощен. Курьер, I'm sorry. Офу, да почему?
Кто звонит? Курьер. Бля, вот у курьеров странная тема, пиздец. Ты в заказе все прописываешь. Все. Этаж, квартиру, подъезд, как зайти в дверь, домофон, там, консьерж и так далее. Они все равно звонят и спрашивают, как пройти. В чем прикол? Блять, зачем я пишу эту информацию? Она до них не доходит или чего? Отдохни, блядь. Отдохни. Я лежу 3 дня в кровати. Как меня заебали тараканы в этой квартире. Я ебал, сука, еще один по стене ползет. Я тебе, пизда, тебе чепушила ебаная. Хуесос, блядь. Пизда, бля, въехал в квартиру, нахуй. Ну там микро такой пиздёныш, блядь. Их откуда здесь логово, завтра приедет дезинфекция, весь день будет тут ебашить всю квартиру, я съебусь отсюда, нахуй. Бля, пиздец. Ты живешь в трешке, да? Переехали в трешку, теперь я тут домовенок, блять, в трешке, нахуй. Просто между комнатами хожу туда-сюда, блять. И все, сука. Вы не представляете, как, ой, как одиноко, блять, возвращаться в квартиру просто ночью, где-то там находились, потом ты один возвращаешься в квартиру. Такой пиздец. Рум-тур. Да нахуй. Почти точно такая же квартира, в которой мы жили, только больше. И все, планировка другая и больше. И в одной комнате вид очень красивый. О чем мы говорим, я и хуй знает. Не, о чем просто. Да не знаю вообще, зачем запустил просто, типа. Потому что все равно надо было рано или поздно запустить, и вот эта первая реакция зрителей просто. Вот это уже пройти, вот этот этап. Надо идешь к Ярику, да, конечно. Какие цели на будущее, родной? Возможно, ты не был в этом состоянии. Если ты был, то ты знаешь, что у тебя в голове настолько пусто, нахуй. Никаких целей абсолютно. А как ты в болоте, типа, застрял? Ёб твою мать! Алло? Блять, как же тускло, пиздец, нахуй. Мрак ебучий, как посветлее, как сделать, блять, поуютнее? Я ебал. Сука, блядский мрак, нахуй. Тошно, сука, находиться здесь, блять. Сейчас, вот есть лампа, может, она хоть что-то добавит. Влага нахуй, старик. Не, лампа вообще ничего не даст. Сука. Она вообще ничего не дает, блядь. Это пизда.
Вам еще холоднее стало. Да? Блять, еще холоднее стало. Сука. Сапчат? Да зачем, похуй. Пу-пу-пу. Имеется в виду, что садимся заново? Маловероятно.